Здравствуйте, здравствуйте, мои хорошие. Вас приветствует Алена Ариес. И сейчас я вам расскажу, что вас ждет в ближайшую неделю. А для этого вам нужно будет выбрать одну из двух чашечек. Для того, чтобы правильно сделать выбор, сосредоточьтесь на себе любимых. Обязательно улыбнитесь. Сделайте себе комплимент, за что-то себя похвалите. Вспомните, что хорошего было у вас сегодня за день. И только после этого выберите одну из двух чашечек. И узнайте, что же ждет вас в ближайшую неделю. Итак, кто не успел выбрать, можете поставить видео на паузу, подумать еще. А я начинаю. Итак, для тех, кто выбрал первую чашечку, я открываю чашечку, и что же там, мои хорошие? А под чашечкой сердечко. То есть вас ждет любовь, улучшение отношений, новое знакомство. И посмотрим еще на картах. Я при вас выкладывала карты. Посмотрим, что еще ждет вас в ближайшую неделю. Вас ждет успех, и причем не только в любви. Мужчина точно будет, у кого-то бывший появится, может быть, даже вернется мужчина, возвращение которого вы ждете. Ну, а для кого-то, возможно, и новое, очень серьезное знакомство. В общем, неделя будет удачной в любви, и, в общем-то, успех ждет вас и в других ваших делах. Теперь смотрим, что же у нас под второй чашечкой. А под второй чашечкой, мои хорошие, кубик. А кубик – это успех. Успех в делах, конечно, в бизнесе, в работе, в карьере, в финансах. Итак, и посмотрим на картах подробнее, что же вас ждет. Девочки, ну точно, точно успех в делах, конечно же, вас ждет. Также вас ждут приятные встречи со старыми знакомыми, с родственниками, с которыми давно не виделись. Много работы, но работа будет в удовольствии. Причем не обязательно работа в полном смысле этого слова. Это, возможно, вы будете заниматься своим бизнесом или своей работой, может быть, какой-то научной деятельностью вы будете заниматься. А кроме того, смотрите, мои хорошие, вас ждет что-то новое, какая-то трансформация ждет вас в ближайшую неделю. То есть обновление одной из сфер вашей жизни. И обновление будет для вас очень приятным, но как и все новое, то, что входит в вашу жизнь, это будет, конечно, происходить очень и очень волнительно. Поэтому, да, вас ждут перемены, но перемены успешные, потому что ждет вас успех. У кого-то произойдет, может быть, устройство на работу, а кого-то, возможно, повысят в должности. Ну, а кого-то просто ждет успех, особенно если у вас свой бизнес, то вполне возможно, что новое направление в бизнесе вдруг решите начать. Или просто, может быть, начнете заниматься каким-то своим делом, своим хобби. А кому-то из вас, возможно, хобби начнет приносить или продолжит приносить прибыль. Вот такая будет ближайшая неделя. А я желаю вам всего самого-самого наилучшего во всех ваших делах. С вами была Алена Ариес. До скорых встреч в новых видео. Пока-пока!